Мы видим Карачаево-Черкесия шквал град своими глазами. Также и еврейская автономная область Николаевка. Тоже там ураганный ветер и шквал и град Николаевка. Мы видим то, что сделал град людям. На Камчатке мы видим пожары, тушат, 750 гектаров леса горят, и наводнение в Будапеште мы видим последствия. В США не могут сдержать пожары, они расширяются по лесам.